Соседи погибшего мужчины до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. Во дворе многоквартирного дома только что и разговоров о пожаре. Началось все примерно в 9:30 вечера. Особенно перепугались люди старшего поколения. Я запаха не услышала. Я услышала шум. Когда уже приехали пожарные. И думаю, взрыв непонятно. По словам жильцов дома, первым почувствовал неладное бывший пожарный из соседнего подъезда. Он и забил тревогу, позвонил спасателям и медикам. Его насторожил едкий запах. Сильных языков пламени не было, из окон квартиры пострадавшего, а находится она на 4-м этаже, пробивался дым. Наталья Катунина видела, как медики и огнеборцы пытались спасти мужчину. Сосед не обгорел, но, видимо, он отравился вот этими ядовитыми клубами. Труп был положен на 2-й этаж, проводили реанимационные работы. Пожарники очень долго всем этим занимались. Нас не пускали. Мы стояли вот здесь в окно. Мы видели в окно. Многие соседи рассказали о том, что погибший частенько выпивал. Скорее всего, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул с сигаретой. По предварительной версии, причиной является неосторожное обращение с огнем, оставленная сигарета рядом с диваном, либо на самом диване. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее распространение огня по периметру помещения происходит именно от кровати, на которой находился пострадавший. С начала года это 2-й случай в Армавире, когда пожар становится причиной смерти горожанина. Ирина Рухлядко, Сергей Шульц, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.